О, какие-то свежие палочки у него тут. Что он тут высадил? Непонятно. Лихо. Ребенка не разбуди ты. Эх ты, хорошо. На Дунайском берегу, на этой планете, как-то шел с рыбалки я с карасем в пакете. Да чего же он хорош, сладкий, прекрасный мой карасик дорогой, для людей опасный, для меня наоборот, самая лучшая рыба. Да не побоится этого слова мой рот. Я тебе говорю, Катюня, слышишь? Может, поздороваешься? Может, и поздороваюсь. Будешь? Нет. Кать, ты от такого не отказываются. Деревенский житель. Слышь, смотри, за карасем сбегал на базаре, елки-палки. Два штуки, много не надо. Я тебе точно говорю, будешь? Да ну нет. Даже из такого шикарного бокала? Что это? Ты не смейся. Кефирчик? Там тетя Соня. С дядей Фимой сидели и что-то продавали. Я говорю, продайте мне немножко вашего счастья. Они продали. Оказывается, кефир домашний. Ты посмотри. Наливай. Бутылка с Харькова, крышка с барахолки. А кефир? Ребята, благодарочка. А кефир я не обманул. Тетя Соня. Смотри, какой обалдеть. Как раньше. Слышишь? Слушай. Гулькает. Слушай, это этому кефиру сметана позавидует. Ты посмотри. Боже мой. Бутылка в оригинале. Ребята, ваше здоровье. Я думала, ты мне предложишь. Моя ты хорошая. Может, я еще и тот джентльмен. Но я тебе предлагал, ты отказалась. Так я думала, ты вино предлагаешь. А, ну на. Спасибо. Твое здоровье. А я как раз и поздороваюсь. Друзья, всем привет. С вами Искрип Иван. Ты, бед мой хороший. Эх ты, друзьяки. Быть добру и кефиру во рту. Потому что шо? Потому что желудок таки должен работать правильно. А потом под это дело... когда там полный порядок. Можно и жареное пихать, и острое аккуратненько всовывать. Можно и не высовывать. Что? И тут тебя одноклассницы нашли? Прилетели наконец-то. Ну да. Каркают и гавкают. На карася слетается. Ладно, короче, кефир допьем. Сегодня рецепт будет быстрее всего, потому что шо? Маленький ты мой. Хороший. Спасибо огромное Гриликсу, что случилось, у меня такая радость. Это третье видео подряд. И я, ты не смейся, я тороплюсь. Денис сегодня звонил, говорит, Серега, хватит, шмалять свои видео на Ютубе. Люди хотят. Короче, заказали его уже на обзор другие люди. Ну, не на обзор, на потестить, короче, как он коптит, как он готовит, потому что что ж я говорю. А Халкин написал, кстати, тебе, что он у них есть такой красавец. Они Володя, очень, вот они такой вот. Ага. Я его тоже очень люблю прямо. Ты шо? Оберахоудю. И у Галкиных такой есть. Володенька, тоже дали погонять? Или у тебя, слава богу, отдавать не надо, да? Ничего, мы еще увидимся с тобой. Эх ты, я у Дениса другой возьму гаджет. Короче, ребята, понеслась. Тихонько. Не надо. Катя, не надо снимать наши видео, когда там нет такого звука рында, елки-палки. А все остальное надо. Слышишь? Ну ты таки умеешь, елки-палки, дегустировать. Ладно, я не знаю, куда тебе надо, но когда ты уедешь, я таки аккуратненько шмальну винца. Ребята, завтра плов готовим. Настолько вкусный, настолько бесподобный. Сколько у нас на канале их там? Может 30, 40, 20, может 10 рецептов в плейлисте, как приготовить плов. Но у Марата есть новый рецепт. Он сейчас сидит дома. Медитирует? Риснут. Казан. Эх, геморрой не дремлет, елки-палки. Что-то такое делает и готовится к завтрашнему мероприятию. Так что там люди в комментариях пишут, что случилось с рестораном, почему там не снимаете. Ребята, мы такие умеем читать. И специально для вас, тех, кто писал, что там с трусами, завтра будем снимать вот в той прачечной. Боже мой, я же что, даром ему такие песни пою? Ты посмотри на эту шайбу.
Ты посмотри на эту шайбу, елки-палки. Карась. На Дунайском берегу, на этой планете, как-то шел с рыбалки я с карасем в пакете. Да чего же он хорош, Сережа, ты, я не могу даже смотреть на это. Не дурында. Снимать. Ну, это мне неприятно. Так я же ты даже... рот засунул. Ну... Да я не засовывал еще. Почти засунул. Да отвернись. Это очень близко. Отвернись, говорю. Я не могу на это смотреть. Отойди, сказала. Фу. Я не знаю, что там наснимала. Фу, какая жадость. И что? Идем, закрепим наши с тобой отношения. Не подходи ко мне. Эх, ты. Фу. Ты вылизнул? Не. Ты врешь? А ты что, ты глаза? А, не, ничего, нет. Даже не лизнул, ты что? Успокойся. А тебе не противно было? Оно же такое слизкое. Слизкое то не здесь. Короче, смотри, я тебе говорю, тихо не поворачивайся, замри. Со вчерашнего дня вот то, что я хранил и хранить буду, короче, до завтра. Сегодня опять не попробуешь. Или хочешь? Ты же маме обещал. Да я хотел Марата удивить. На, смотри, давай, короче, этот. Сереж, я не хочу скумбрию, я не люблю. Ты, я уже вчера здесь понял, полчаса, что ты ее не любишь. Я, смотри. Марату половину и половину маме. Я просто хочу показать, какая она горячего копчения в холодном виде. Катя, она такая, прямо я даже не знаю, блин, дубовая. Не переживай, это я от Марата кусочка отрезаю. И это от Марата. Смотри, что вчера сделала это чудо. Слышишь? Та не тот деликатес колбасой назвали. Ты посмотри сюда. Ё-моё. Та це ж рвань. Шо за кусочки? Ты видишь? Это моя любимая рыба теперь. Та ты не смейся. Я все детство мечтал. Я поняла. Я теперь тебя только скумбрией кормить буду. Я не помню, как этот раньше назывался магазин. А везде был такой. Где наливали там по стаканчику. Дары и океаны. Дары другого этого океана. А, я по таким не ходила, не знаю. Я тоже не ходил, мамка с собой брала. Шо? Меня не брала. По таким. Ну, я маленький был. Но я стоял, вот что тот цуцик, и ждал, когда меня со стола вот этого вот. А там как стол? Ну, кругленький такой стоял. Пиво депили на разлив, елки-палки. Пиво, вино там всякие, там, портвейны. Ах, ты еще молодая, зеленая. Не понять тебе этого. И они вот то ли кушали, то ли закусывали вот такой вот рыбкой горячего копчения. Это вот на всю жизнь я запомнил. Как это было вкусно. И вот, приготовил. Все. Короче, все хотел с карасем. Смотри. Одного бахнем, я вообще трогать не буду. Ребята, вот как есть вот. Без икры? Обезьяны. Кто? Работники наши. Ты с базара пришел. А, да? Извините. А я же говорю еще, ребята, положите мне туда икру. Хорошо. Ладно, икру потом съедим. Короче, одного целиком положу. Понимаешь? А второго сделаю, как я обычно делаю. Так. Покарбую. Эх ты. По-китайски. Книжечкой. Я почему эту песню спел, что карась для всех опасный, а для меня он самый прекрасный. Вот за это его и не любят. Да там тебе пишут, что не поверю в жизни. Шо? Что костей нету. Как был костлявый, так костлявый и остался. Да, слушай. На то... А некоторые присылают фотографии. На то они и пальцы. И говорят, такие карась рыба. Катя, еще раз тебе говорю, посмотри сюда. Вот этот хруст, что ты слышала, а его уже слышало 5,5 миллионов на Ютубе. Наше видео единственное, которое на миллион улетело. Посмотрели. Не, может, боженька даст, еще один карась на миллион улетит. Люди уже увидели. Я же там готовил в разных вариантах три вида. Как, зачем, почему и что с этого получается. И вот этот вот хруст,
что мы слышим, это и есть. Давай до свидания, вот эти вот опасные кости, которые больше нас беспокоить не будут. Но я его сегодня буду не жарить, а аккуратненько его запеку, на гриле. Запеку на гриле. А, еще и подкопчу потом. А еще тебе написали, что щепу надо водичкой сбрызгивать. Да, когда у тебя мало, лежит она в отдельном тазике. Согласен. А эта щепа даже до конца не сгорает, понимаешь? Вот ты сколько мы вчера? Час коптили? Угу. Там снизу немножечко выкуривается, а все остальное, оно тлеет, тлеет, тлеет. И остается, иди, огород удобрил. Смотри. Вот она, видишь? Да ладно, я возьму, мне не жалко, я руки помою. Да видно все. Зачем? Вот, видишь, она даже не сгорела. Она просто тлеет и все. А когда она уходит в пепел, вот так вот. Видно, щепа. Слушай, это в гриле все, там все лучшего качества. Что ты на меня гавкаешь? Да пора уже погавкать. Серьезно? Ну да, то засиделся. Давай, сейчас как раз этот, можешь начинать. Гавкать? У меня сейчас, да, новая стадия дрессировки собаки. Намордник прививать буду. Так я вот думаю, что может сразу мне оптом поступить. И два намордника. Себе и собаке. Ты же на меня гавкать собралась. Фу, место. Да, я вижу, как у тебя собака воспитанная. Это что ты за человек такой? Давай хотя бы посолю. Да просто посолю, все. Ай-яй-яй. Целая куча заморских специй. Ребята, ну это не про карася. Карась любит просто сольку, немножко перчика. Все. Не надо его больше там ничем портить. А вот этого, смотри. Как этот урок назывался, когда жаб разбирали на запчасти? Биология. О, сегодня будет урок биологии. Просто я пропустил тот урок. Сегодня будет урок биологии. Мы этого запечем и разберем его на анатомию. Плавно, потихонечку, где нет костей, где есть, какие кости, как выглядят, почему застревают, почему не можешь обратно с ними справиться без горбушки. Все расскажу, покажу и дам попробовать. Ты только смотри, не этот, не, чтобы тебя не подмутило. Тогда перестань вылезать. Никогда. А когда ты собираешься эти кости? Что-что? Когда ты собираешься эти кости показать? Сегодня? А, ну ладно. Ты в том плане, что тебе сейчас надо уезжать? Ну да. Вот как раз ты уедешь, и за этот час я его потихонечку доведу до цугундера вкуснейшего. И будет тебе хорошо. Так, что? Элементарно и просто. Да, Деня звонит, говорит, Серега, ты побаловался, давай бегом, потому что у него уже очередь выстроилась. Люди хотят на нем потестить, а предлагать он будет по этой информации аналоги. Их тоже целая куча, какие хочешь. Вот технологии не стоят на месте. Уже с электронными циферблатами. Ты понимаешь, ты вот так вот стоишь, такое ощущение, что ты за рулем Теслы. Главное, рулем чтобы лампочки Теслы. Светились. Что? Ничего, Сереженька. Катя, это не просто, чтобы лампочки светились. Следующий чарт Бройл, который с этим с электронным управлением. Ты ему выставляешь температуру, допустим, 125. И он сам ее регулирует. Нагнал выше, горелочку убрал. Раз чуть-чуть ветер подул ниже стало, или температура, атмосфера так... Ну, так получилось, что собралась над Одессой мамой. Он опять нагнал. И тебе не надо переживать. Технологии. Ну, понеслась. Люк, мой ты любимый человек, мой родной. Собака такая, что за животное? Ты посмотри на это счастье, тебе видно? Что? Что ты залез, что воробей? А ну спустись к людям, иди сюда. Иди, я покажу это чудо. Иди сюда, вот так вот. А ну, покажись нашим всем друзьякам. А? А что ты все время так расставляешь ушки? А потому что они у него такие же вертолеты, как их не расставить? Люк, Люк, мальчик мой хороший. Мой хороший. Слушай, я сегодня понял, что он плачет. Чего? Ну, чего слезки у него идут? Mm. Он же здесь гоняет. Да. А глаза у него что у карася жареного, точнее, у окуня. Они же на выкате у него. Ну. Их ветром надувает, короче. Ты понимаешь? Думаешь? Ну, он же ж не китаец, не вьетнамец. Они у него такие вот торчат, поэтому немножечко их... Люк, гулять. Обдувает. Гулять. Ладно. Гулять, Люк. Иди гуляй. Гуляй. Гуляй, мастер. Давай. Так. Мой хороший. Фольгичка, раз. Ты мой любчик, любимый. Ты мой золотой. Своим хорошенький. Мой хороший мальчик. Фольгичка, два. Тихо, 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 тихо. Постельку сейчас сделаем.
Скажи мне, а ты перчик взяла? Взяла. А ну давай буквально, да чуть-чуть капельку маслечка бахну, так, чтобы это было, иди сюда. Так вот. Вот так вот. Все, этого достаточно. Чисто днище смазать. Вот так вот. Илюх, что ты там ешь? Яблоки подбираю. Катя, он очень это дело любит. Ему можно? Да, яблоки ему можно. Я кормлю его яблоками, бананами, буряком, кабаком, навозом. Ну, все полезное, все, что природа нам послала. Так, это вот есть. Тут, как я говорил, соль и перчик. Перчик вот так вот дали. Ах ты, инь и янь, ёшкин ты кот. Боже мой, вот так вот, да? Все, гребень расставил, как будто бы собрался уплывать. Второй вальтом пойдет. Не, ну не так, положи. А, его. Слушай, ты не командуй, потому что ты меня сбила, я сам все знаю. Правильно? Не знаю, правильно ли. Ты тоже вот так вот гребень зафиксируй. О, чтоб это еще и презентабельно было. Так. Кого-то ждешь? Не хочу перец жиром испачкать. Я про презентабельное спрашиваю. Говорю, кого-то ждешь? Ожидаешь кого-то, пока меня не будет? Катюша, а. Я просто люблю, чтобы было красиво. Ты что, не поняла из наших видео? Из нашей совместной жизни я поняла, что, Сережа. Так, газ включил. Что все вот та красота, что витает рядом, это именно не благодарите. Этими руками. Два магнитофона отечественных. Так, газ пошел? Люк, иди сюда. Маленький. Все, загорелось. А щепу тоже будешь сыпать? Сразу же, конечно же. Слушай, ну если это смокер, ну грех туда не всунуть, елки ты палки. Тем более сегодня у нас что? Вчера была черешня, сегодня яблочко. Вот эти вот щепа тоже в гриликсе. Все есть. Слышишь, уже как нагрелся, уже тепленький. Вот рабочая лошадка. Тебя тут забыли. Пожалуйста. Не, а он тоже любит это дело. Погонять. Люк. Так. Все, что выпало, опять сюда. Тебя ж пока не было, ты ездила за Елисейкой. Угу. Я ж продолжаю композицию альпийской горки. Если это как это был смех в знак благодарности, я принимаю. Если нет, то огородники тебя не поймут. Это все-таки труд, Катюша. Любое шпили-вили с лопатой потом отзывается на Камасутре, так что извини. Я-то думаю, в чем у нас проблема. О, поняла? Весна началась. Не до этого мне. Елки-валки. Ладно, блин, бабкате не позвонил. Позвоню сейчас. А ты читала комментарии? Нет. Ну, может, говорят, это говорят, Липованчик, а что ты бабкате звонишь, если она тебя снимает? Алло, Ридненька. Доброго дня. Да, Липованчик беспокоит. Да, хочу сказать, что этот привязалась ваша одноклассница, да. Сил моих больше нет. Сымает и снимает, что угорело, елки-палки. Не дает мне в огороде даже поколупаться. Ну, я поехала, сегодня короче, лук, шалот посадил. Что? Пока говорю. Подожди. Угу. Бабкатя, лук, шалот посадил, клумбу альпийскую готовлю, карась на базе. Все, целую ваши нежные карасевые ручки. Все, люблю, да пока-пока. Что ты, куда ты? А чтоб ты не говорил, что я привязалась. Уехала. Чао, ридненько. Чао, дорогой. И никто мне не нужен. Чао. Чао, дорогой. Потому что есть на самом деле вот такой вот чудик дорогой. Так что... Ну, едь давай. Через час увидимся. Раньше. А я буду держать... А как это? Интригу. Обед. Угу. Безбрачие? Да. Скажем так, не буду приоткрывать этот ящик Пандоры, буду ждать тебя. Вот придешь вместе туда, как нырнем,
по самой хунь. Все. Есть. Минималочку ставим и забываем. Что я там ушел, что-то делать. Давай я пока ты сейчас... Ты помнишь, тебе я пиццу сейчас... печь сегодня? Давай, подготовься. У меня все готово. А что готово? Смотри. Иди сюда. Тоже от Чарброила. Диск. Вот на нем сегодня пиццу буду готовить. Что, стол у меня есть? Палка-каталка вон торчит в твоей полезной воде. Угу. Все, зови детей. Сегодня гости к нам едут. Детская компания. Что там, колбаска, моцарелла. Эх ты, будет таки вкусно. Давай. Жду тебя, любовь моя. Что там, дети на базе, да? Короче, все идет по расписанию. Катюня. Люк. Мама дорогая. Люк. Чич. А он как, везде. Смотри, как он команды. А, что это такое? Да ты неправильно сняла. Он когда бежит, у него аж ноги передние подлетают. Ты скучал за мной. Потому ты скучал, что... Ты скучал за мной. Как мне к этому привыкнуть? Уси-пуси, боже мой. Еще раз говорю, как надо. Жестко, четко и ко мне. Люк, иди сюда. Иди сюда. У, ты мой маленький мальчик. Что за счастье такое у нас тут привалило? Иди гуляй, давай. Ач, ач. Ай, молочага. Катя. Свершилось? Я нарушил обед, короче, да. Подглянул? Подглянул. Если раньше был у меня самый любимый жареный карась, то теперь, короче, вот такой еще и печеный, еще и копченый. Это так красиво, это я даже словами не могу передать. Красивее, чем скумбрия? Ё-моё, смотри, легкий дымочек вот такой себе идет, а много для счастья и не надо. И вот ты говоришь, смотри, тебе там это видно? Это не я говорю, это люди тебе написали, поэтому видно? Я... Видно? Ну, видно. Что они никуда не деваются, они еле-еле коптят. Ладно, что ты там привезла? Я тут уже все, как это, настроился, смотри. Боже мой, что за тесто, что за тесто? Катя... Да любой имплантант и губы, я даже не знаю, самые такой себе там модели, где-то нервно курят в стороне. Я уже готов. Чпунь! Вот прямо туда, как это называется? Моряк, свояк, тулуп. Сейчас буду готовить детям пиццы. Так, ладно, пока не началось. Колбаска есть, сыр тоже на базе. Сделаем легенькую и вкусненькую. Давай быстренько попробуем, закончим видео и дальше уделим детям внимание. Мама дорогая, боже мой, Катенька, сними этот шедевр внимательно, лучше со вспышкой. Вот я даже молчать буду. Да не может быть, ты и молчать. Сделай шикарные кадры на весь мир. Слушай, очень красиво, Сереж. Катюня. А ты вообще сам представлял, что такое можно сделать? Я уверен. Ты, наверное, пожалел, что слушай, ты... Слушай, все же касается карася, мне за это даже не надо слова говорить. Ты пожалел, что второго не... Ты не родила в этом году? Ничего, успеем, все будет нормально. Нет, что ты вот это не сделал, боже, так и хочется. Я второго не то чтобы не пожалел. Копченый карась. Копченый? Ты что, вот надо было мне сейчас снять твои глаза. Копченый карась. Именно копченый карась, да? Это копченый карась. Так, это он сейчас в горячем исполнении копченый. Он когда остывает, это в разы... Сладкий копченый карась. Это очень вкусно, Сережа. Ты я считаю, что нам надо вводить новое блюдо в ресторане. Слушай, это что-то мне очень... надо, чтобы ты с Гриликсом договорилась, чтобы они нам эту штуку, которая одна у них осталась, тестовая. Да нам дали ее, елки-палки. Подарили вот эту? Нам нужнее, да. Или аналог там какой-то. Дениска, ты слышишь? Ага. Сережа, Катюня? Это очень вкусно. Да ладно, я, короче, я даже не буду ему под шкуру залезать. Сейчас все увидим, все откроем, все достанем, все покажем. Просто шикардос. Как но ты кушаешь кости здесь, ты чувствуешь? Нет, я же знаю, как надо брать вот эти штучки. Оп. Я за другое, мы же их располовинили. Просто я... Ладно, уже... давай вернемся ближе к делу. Да. Катя, да оставьте немножко карася. Скумбрию он меня решил накормить. Боже, как вкусно. А, так я, получается, не ту рыбу в тебя пихал? Не то. Так, что, Любчик, послужил? Как это выключа? Может быть так вкусно? Катюня, карась! У нас же это не даром, елки-палки, говорят, что липование не говорят карась, они говорят, ты царек, царь-рыба. Во-первых, это кормовая база для всего хищника, которого у нас там пруд-пруди. Ага. И это именно царь-рыба. Бесподобно. Есть там осетры, есть там судаки, есть там сазаны, карпы, там, не знаю, шараны, в конце концов. Вот то все они в очереди стоят. Ага. Я честно, когда ты сказал, что ты вот в этом гриле будешь карася делать, подумала, что ты уже совсем свихнулся мозгами.
Слышишь? Вот мы столько прожили, уже столько уже, как это, делов переделали. Постарайтесь. Петя, там тупичок, короче, если ты хочешь его подстрелить, смотри, что он делает, смотри на Сарина Малова. Мячик нашел. Люк, неси сюда. Прячет. Там я лук-шалот посадил, ешкин кот. А ходишь ты по клубнике, аккуратно. Смотри, как он хвостиком виляет. Иди сюда. Иди сюда. Ага, от тебя. Не, я просто у него мяч забираю. Смотри, а ты что, ты видишь эти уши, елки-палки? Бэтмен. Смотри, он с мячом играет, Елисей. Да, я ему кину. Молодец. Ладно, Катюша, давай вернемся ближе к делу. А я думала, все уже. Ах, Сонька, Сонечка, стели. Свои перины, обли духами пышную кровать, ведь нынче что? Сережка либо Ванчик, для вас всех в мире будет карася, он пробовать парира, тач, тач, парирум, ярум. А, зачем я полез? А вот за здесь. Одесса, мама, первоцуца, губцаца. Ты что? Не знаешь рыбу, что ли? В смысле? Сереженька. Уже я попробовала, уже всем рассказала. Я, короче, чтобы он от фольги отстал, надо подождать, пока он остынет. Я тебе рекомендую, возьми вот здесь, попробуй, как я, и успокойся. Катя, там меня с родом этим карасем кормят. Я знаю его вкус, мне пробовать не надо. Ты удивилась, и слава богу. Я хотел показать за вот этого карася. Вот то, что я тебе сказал, биология, поняла? Угу. Вот теперь смотри. Это анатомия. Давай, сейчас я, ладно. А не биология. Биология, анатомия. Ты занимай позиции, а я ему сейчас буду делать харакири. Вскрытие. Слушай, как там Марат огурцы жапировал, а я карася карасирую. Так, и что, здесь костей сейчас не будет? Вот здесь, вот в нем как раз будет их очень много. Да. Именно в этой части, вот в этой филеечке, будет очень много карасей. Карасей. Да хватит мне уже зубы заговаривать, ёшкин ты кот. Смотри. Печеный, сочный он карась. Он печеный, Сережа, он копченый. Копчено-печеный, вот они, видишь? Угу. Ну как их там, кроме как падлами не назовешь. Ну они просто западлистые. Вот то, от чего страдают люди. Видишь, она в виде вилочки, вот с такими маленькими волосиками. Ну, его и проживать тяжело, и избавиться, не дай бог. Ребята, если застрянет, то сразу хорошая такая корка хлеба. Два раза жуешь, а потом тупо глотаешь. Туда-обратно, вот как этот. Ути, поняла? И когда-нибудь она у тебя собьется. А если нет, тогда к доктору, ну его баню. У нас же сколько людей к нам приходит в ресторан? Я говорю, Серега в детстве имел неосторожность. Мама накормила, застряла, были в больнице. Долго колупались, короче, осталось на всю жизнь воспоминания нехорошие, с карасем связанные. А мне, конечно, приятно, вот, что я этот, в роли доктора, слышишь? Да, слышу. Случился, только другого доктора. Ага, ты говори, говори. Айболита вот это вот, хорошего, который людям делает наоборот. Возвращает желание. Катя? Возвращает желание? Любить таки эту замечательную рыбу по-настоящему. И вот их здесь... Пруд пруди. Посмотри, сколько. Видимо, невидимо. Вот сколько будешь брать, столько вот этих вот западлистых костей в нем и будет. А вот в том нету ни одной. А в том, то, что мы сделали, мы эти косточки поделили на маленькие-маленькие миллиметрики. Если он тебе даже в печеном виде уже не доставляет неудобства или доставляет неудобства. Дискомфорт. Или... Короче, вот не мешает тебе оно. Угу. Все, у меня словарный запас, ёшкин кот, закончился. То здесь можно кушать вот так вот, как оператор, и даже не переживать. Горячий? Боже мой, аромат карася? Копченого. Еще и копченого. Я не знаю, что это. Первый раз, кстати, пробую. Катя?
Ты что за волшебство? Ты вот мне скажи. Сережа, это очень вкусно. Не, я понимаю. Да, пока ты там... Ну, чтобы прямо вот так вот дико раздевать его? Да, это было очень вкусно. А вкусное вот это вот? Так я уже все высосала. Нет, ты ошибаешься. Ты прям стоишь против солнца вот так вот. Вот это вот вкусно. Человек зовет меня. Рыбака. Миланя тоже хочет? Да, говорит, где моя рыба? Или пицца хотя бы. Ты моя девочка. Что ж тебе там? Она же так сладенько спала, пока я готовил ее. Ты пойдешь туда ее кормить? Да я сейчас быстренько чуть-чуть дам, да и уже закончу видео, буду детям пиццу готовить. На, открывай ротик, принцесса моя, кушай. И ты хочешь? Девочки, извините, занимайте очередь. Вкусно? Вкусно? Ты видишь? Головой кидает. Вижу, но плохо. Кивает. Эх ты, не буду открывать, потому что там холодно. Короче, друзья, я от всей души с хорошим настроением для вас сегодня приготовил. Как это? Я себя, конечно, не хвалю, но не побоюсь этого слова. Очередной карасевый шедевр. Так что бегите на базар. До бабы Кати. Алло, баб Катя. Завтра вас ждет аншлаг, да, чтоб все вот такие по локоть были караси, так что очередь будет с утра и, не знаю, до следующего дня, потому что, ну, такие вас ждет ажиотаж. Вкусно получилось, так, вы себе не понимаете, именно настоящий копченый карась, шедевр. Спасибо, да, это не благодарите, я вас такой, да. Все, целую от всех липован. Да пока. Все, всем позвонил, хорошее настроение людям подарил. И для меня это главное. А карась-то такое. Никуда он не денется. Потому что царь как-то рыб был, есть и будет. Я вообще-то хочу уже вилку на рыбалку. Скоро, Сереженька? О! Скоро. Скоро. Фу, скоро. Прямо аж отлегло. Главное пообещать, понимаешь? Не вот, важно. Да, я чисто за это. Ляпнула и мне приятно. И все. Все. Друзья, всем пока-пока. Чао. Эх ты. Шо, Марату оставим, нет? Нет. Ты кайфанула? Угу. Серьезно? Очень вкусно. Блин, ну без балды, нереально. Вкусно. Пошла уже рыба. Нереально вкусная рыба, я тебе говорю. Если бы у нас было больше времени, то что вы? Там, или меньше детей, угу. То ты бы сейчас снимала полтора часа. Что? Новый формат, угу. Видео. Как я пишешь? Его аккуратненько разбираю, не трогая ребра, залезая вовнутрь, аккуратненько вылезая, не нарушая вообще структуру, анатомию. Вот то, что подарила ему. Угу. Боженькая природа, и остался бы один скелет вот такой вот. Как-нибудь бахнем за это видео.